Маленький привет Большой Никольской. Улица Ленина в Новосибирске перекрыта для автомобилистов. Там пройдет фестиваль цветов ко дню города. Сейчас развешивают украшения и верхнее освещение, а проезжую часть разделили на 4 сектора по временам года. Что готовят для горожан, флористы и архитекторы, оценил Сергей Толмачев. Решили выбрать нестандартные места пофотографироваться, тем более украшают к дню города очень красиво. Свадебные кортежи в ближайшие дни здесь будут останавливаться часто. Цветочный фестиваль – одно из самых ярких событий празднования городского юбилея. В этом году тема особая. Цветочная тематика и вообще тема – времена года. Вот, получается, зима, лето, весна и осень. Вроде бы зима из этого ряда выпадает. Не растут цветы в Сибири, разве что фиалки на подоконниках. Но мастера флористики и этот сезон сделают привлекательным. Это снежинки, узоры Дедушки Мороза. То есть причудливые узоры. Ну и, соответственно, вот эта вот зимняя сказка, рождественская. А китайские участники на весеннем стенде. У них береза, которая распускает листья, и бамбук. Композиция – символ дружбы между нашими странами. Мы хотели сделать сердце, но сердце в виде сплетенных рук. Открытие фестиваля в субботу, накануне Дня города. Но жители Новосибирска и его гости с удовольствием прохаживаются по пешеходной улице Ленина уже сейчас, с телефонами в руках. Уж чего-чего, а селфи-зон здесь будет предостаточно. Вот одна из самых популярных уже сейчас. Это беседка из крашеного лимониума. Несмотря на то, что стенд весна, растения срезали еще осенью и высушили. Но вообще сухостой – это один из главных трендов сезона. Вся эта красота будет стоять в центре мегаполиса 10 дней. И создатели стендов заранее заботятся о том, чтобы цветы не завяли. Главный секрет – вовремя поливать или подавать воду на корни. Существуют пробирки, да, с водой, существуют емкости с водой, в которые вы можете подливать воду и ставить цветы так же, как они стоят у вас в вазе или в букете. Или существуют специальные биофлор, это губка, как вот вы видели, которая напитывается водой, которую тоже можно добавлять воду, и цветы будут с нее пить. Центр Новосибирска становится разноцветным и благоухающим. Сейчас монтируют освещение, чтобы и вечером было красиво. Место для прогулок идеальное. Да и молодожены наверняка поменяют маршруты свадебных кортежей. Горько! Сергей Толмачев, Валерий Павлов, Новости ОТС.